Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня хочу показать вам то, что я приобрела на iHerb, новые витамины и в общем и целом рассказать, что же в итоге принимаю я и моя дочка. Также покажу вам новую кофеварку и как она работает. Для кого-то это может оказаться полезной информацией. Предлагаю вам начать с витаминов, которые я купила для своей дочери. Это Natural Beauty. Это целый комплекс витаминов для волос, кожи и ногтей. Выглядят они вот так фантастически красиво. Ну, сразу видно, что для девочек, да, делали. Перламутровые, розовенькие, красавчики. Вот такая вот коробка. Положила все в тарелочку, потому что все катается, видите, все круглое. Здесь есть полный комплекс витаминов А, В, С и Е. В все варианты, В6, В12, В2 даже есть, В1. Фолиевая кислота, биотин, который входит в структуру ногтей и волос, помогает правильному их формированию и устойчивости. Айрон, железо, цинк есть. Дальше органовое масло для кожи. Холин, альфа-липолик асид, то есть альфа-липолевая кислота. Еще есть и увлажнители для кожи. Очень хороший комплекс, очень недорогой. Я советую вам посмотреть. Natural Beauty, гиалуроновая кислота, как вы видите. 100% покрывает дневную дозу, из 11 ингредиентов состоит. Аллергии никакой у нас на него нет, дочка уже их сейчас принимает. Не полную дозу, одну или две штучки, потому что мы пьем еще кое-какие витамины. Еще утром она принимает витамин С 500, 110 таблеточек в упаковке. И, как вы видите, уже как обычная таблеточка. Ну, витамин С это сильнейший антиоксидант. Независимо от того, что в этом комплексе он тоже есть, мы усиливаем еще, особенно в те периоды, когда многие болеют, можем заразиться, снижается иммунитет, осень, зима. Вот эти две таблетки она принимает утром. Вечером она принимает кальций D3 никомет, ну просто уже допиваем. Он не очень, конечно, удобный, его нужно разжевывать, довольно большие таблетки. И, кстати, не очень вкусные, но вещь полезная. D3 никомет мы приобретали в обычной аптеке московской. И витамин D3 это приобретение на iHerb, California Gold Nutrition, очень хорошая компания. Нам очень нравится качество этих витаминов, я тоже сейчас себе кое-что приобрела из этой компании, сейчас покажу вам. Таким образом, эта парочка принимается вечером, уже перед сном, во время ужина. Из нового, то, что я приобрела на iHerb, мои любимые витамины от компании Solgar, все это американские витамины, которые я вам показываю сегодня. Skin, Nail and Hair. Там на iHerb они стоят в два раза, ровно в два раза дешевле, нежели в аптеках. Ну, такого среднего размера таблеточка, не сказала бы, что очень большая. В принципе, можете разрезать их ножиком, для тех, кто не умеет глотать большие таблетки. Поливитамины. Здесь витамина С целых 200% от дневной нормы. Он в жирорастворимой правильной форме, то есть в той форме, которая хорошо усваивается нашим организмом. Цинка здесь 100% от нормы. Ну и далее тут идет очень интересный комплекс витаминов и микроэлементов, которые улучшают, в принципе, строение волоса, ногтей. То есть делают его более таким пластичным. Кто еще ни разу не пробовал Solgar, отличные витамины. В упаковке 60 таблеток вот таких вот. Принимаются они от 1 до 3 в зависимости от того, какие вы еще принимаете витамины. Я принимаю ее одну в день. Каждый день с утра принимаю ацидофильные бактерии, пробиотики. Прекрасно работают они, если вы особенно принимали какие-то препараты, которые убили вашу флору, то есть антибиотики. Потом обязательно нужно пропивать вот такой вот комплекс. Следующая новая моя приобретение. Это California Gold Nutrition. Говорила вам по поводу них только что. Очень мне нравится эта компания. Это витамин С. Здесь целых 1000 миллиграмм. На него у меня нет аллергии. Он также в правильной форме, он хорошо усваивается. И сейчас, чтобы не заболеть, период такой, вы сами знаете, да, довольно болезненный осенью. Сейчас они будут у меня идти в парочку к Solgar. По одной штучке в день, то есть вместе их буду принимать. Получается, что вот эти самые витамины и бактерии я принимаю именно в те периоды, когда снижается иммунитет осенью и зимой. Очень полезный продукт, который мне удалось приобрести на iHerb, это лецитин. Ранее я его принимала, когда были проблемы с позвоночником и были явные улучшения. Также параллельно улучшилась структура волос и ногтей. Naturals Plus. Замечательное средство, если есть такая вот хрусткость, очень громко хрустят руки, ноги, очень неприятное ощущение, как будто бы не движутся суставы, такие жесткие, закостеневшие, боли, обязательно принимайте лецитин.
который является как бы смазкой для нашего скелета и для наших суставов. Кальций, магний, цинк, баночка поменьше, 90 таблеток, пьется 3 раза в день. Я принимаю вдогонку к тем витаминам, которые я вам только что показала, для усиления, для структуры костной. Теперь по поводу L-аргинина. Замечательное средство, тоже немного уже вам о нем рассказывала. Он как бы подгоняет наш обмен веществ, очень здорово помогает обновлению нашего организма и улучшает обмен веществ, что нужно обязательно тем людям, которые хотят немножечко постройнеть. Как вы видите, у них очень удобные все упаковки, вот с такой крышечкой. Если я нормально себя чувствую, не болею, то это мой ежедневный рацион с утра. Естественно, я принимаю не постоянно витамины, я делаю периодические перерывы, например, в месяц, и далее опять приобретаю витамины. Очень советую вам на Herb, это все в 2-3 раза дешевле. Оставляю вам информацию в описании ролика и в комментариях на скидку на Herb. Сможете получить дополнительную 5% скидку к той, которая у вас уже будет, даже если вы будете приобретать товары по сниженной цене по акциям. Также оставлю вам ссылку на каждую линейку этих витаминов, на отдельные пачки не буду, но по всей линейке вы посмотрите, найдете то, что вам необходимо. Конечно же, я приобрела свои любимые жвачки, целых 3 упаковки, показывала вам их когда-то в пустых баночках. Это замечательные жвачки Эпик. Это корица, потрясающая вещь, убирает все неприятные ароматы, чистит зубы. Здесь их целых 50 штук, вот так они открываются. И вот так выглядит сама жвачка. В пункте выдачи заказов, где я забираю свои заказы iHerb, я увидела, что девушка, которая работает там, жутко грустная, что-то она была какая-то вся заплаканная. Естественно, не очень вежливая, и я предложила ей попробовать эти жвачки. Она сказала: ой, как вкусно, надо же, спасибо, что подняли мне настроение. Вот так, ребята, поднять настроение человеку можно, даже просто угостив его жвачкой. Оставила ей несколько штучек, чтобы она жевала и не плакала. Так, это было все с витаминами, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Теперь покажу вам нашу новую кофеварку от Bosch. Вер кафе латте. Довольно много разных режимов. Маленькие, большие. Две маленькие, две большие. Два носика, откуда может капать кофе. Поэтому можно одну чашечку и две делать. Таким образом она чистится. Поддон вот здесь находится. Тут же поддон для кофе отработанного. Выключатель здесь основной. То есть вот сейчас мы с вами ее будем включать. Даже если вы забыли ее выключить, это умная техника. Она отключается сейчас уже сама через некоторое время. Вот так она включается. Если вы будете приобретать вот такого типа кофеварки, вот так все время ставить просто пустой стаканчик, потому что когда она довольно долго стоит выключенной, она начинает, вот видите, самопромывание. Любимое ее занятие Bosch, я бы сказала, она не Bosch, а Wash. Вот прям любит она промываться. Так что все время будет сюда вливаться воды. Немножко муж перевел на русский язык. Здесь просто миллион разных языков, вплоть до японского. Вот этот значок обозначает, что она будет сейчас делать кипяток либо молоко вот из этого носика. Этот режим означает, что она будет давать пеночку. Такой шнурочек. Он вставляется в молоко. И, соответственно, вот здесь выставляется, вот этой ручкой выставляется маленькая большая чашечка кофе, две или две большие чашечки кофе. Здесь выставляется носиком крепость. У нас она стоит на серединке. И далее, для того, чтобы начать варить кофе, нужно просто нажать кнопочку старт, и она начнет варить кофе. Засыпается кофе, в принципе, она его перемалывает сама. У кого есть молотый уже кофе, есть вот такой вот поддончик для кофе. В принципе, мы предпочитаем, чтобы она сама молола кофе, потому что она правильнее тогда его дозирует, потому что сюда сколько вы положите, столько она вам и расходует. Его, если положите 2 ложки, у вас будет жутко крепкий кофе. Значит, шнурочек я уже опустила в пакет с молоком. Можно ниже опускаю вот этот самый механизм для подачи кофе. И сейчас мы будем с вами варить малый черный кофе. Много кофе я не пью. Нажимаем старт. Она пошумит, конечно, чуть-чуть, но не так сильно шумит, как наша огромная итальянская кофеварка, которая передала нам привет и как-то почила. Она сама по себе уже взбивает кофе даже в пенку, что очень получается красиво. Даже если вы не добавите молоко, у вас получается кофе с пенкой. Чек сейчас, видите, у меня стоит на чашечке с пенкой. То есть мне нужна сейчас пена. Для того, чтобы взбить пену, я делаю так. Она показывает, что она нагревает вот эту самую систему. И сейчас она покажет, что нужно потянуть носик на себя. Вот, потяните вспениватель молока. Тянем его на себя. Советую маленькие чашечки поднимать вот так, потому что немножечко все-таки плюется молоко.
Ну так, поначалу чуть-чуть, когда в первые вылетают брызги. Потом уже можно поставить, вот видите, капельки. Такая красивая пенка. Убираем пальцем. Все, друзья, если больше никто не будет пить кофе, то нужно промыть вот этот носик, иначе там будет застаиваться молоко. Чтобы промыть его, мы делаем то же самое действие, что и с молоком, только меняем молоко на воду. Все очень просто. Опять же нажимаем вот на эту кнопочку, ставим вот так, чтобы он одновременно оттуда забиралась, сюда высливалась. Посмотрите, что получается, и он начинает промываться. Вот и все, носик чистый, убираем его. Нужно будет только слить остатки воды с молоком и поставить чистый стаканчик, а затем просто выключить вашу кофеварку. Но опять же, если вы забыли ее выключить, она выключится сама. Теперь я буду пить кофе. Добавлять вместо сахара буду стевию, которую приобретала там же на iHerb. Она уже упакована вот в такие вот индивидуальные пакетики. Что ж, вам спасибо большое, что вы были со мной. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Я желаю вам удачи. Будьте благодарны за все, что имеете. Пока!